Здесь расскажут и покажут, как выглядит настоящий сотрудник газовой компании. Спецодежда, противогазы, каски. Так выглядит безопасность и уверенность в своих силах. Здесь же покажут, с чем придется работать слесарю по эксплуатации и ремонту газового оборудования. На нашей площадке представлены стенды непосредственно того газоиспользующего оборудования, которое в дальнейшем специалисты обслуживают. На нашем стенде сегодня мы вот представляем несколько вакансий, вот прям детально, которые будем показывать тем, кого заинтересует. Это специалисты, которые будут в дальнейшем обслуживать внутридомовое газовое оборудование, и специалисты-обходчики, которые эксплуатируют газовые сети. Сегодня компания приглашает на работу слесаря не только домового оборудования, но и подземного, то есть тех, чей труд станет частью государственного проекта по догазификации во всех территориях страны. Это слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и слесари аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве – одни из самых востребованных специалистов. Можно приходить к нам и без образования, мы сами научим, снабдим необходимым багажом знаний, необходимым оборудованием, необходимыми инструментами для того, чтобы выполнялись работы. Открыто порядка 150 вакансий для соискателей работы. Среди них есть места, на которые принимают только с образованием и после успешного собеседования. Но есть и возможность обучиться. Начать карьеру в газовой отрасли с малого, по мнению генерального директора, простое, но верное решение для тех, кто не боится ответственной работы. Люди, которые проявляют себя, показывают свою качественную работу, они могут претендовать на более высокие должности и расти по карьерной лестнице. Дарья Ярушина, Алексей Фризин. День с толком.